Сегодня свой профессиональный праздник отметили российские архивисты. Именно в этот день, еще в 1720 году, царь Петр I подписал первый в России государственный акт. Генеральный регламент или устав положил начало формированию архивной службы. Сейчас чувашские архивисты активно собирают воспоминания и документы участников Великой Отечественной войны. На основе этих данных будет подготовлено специальное мультимедийное издание, посвященное 70-летию победы над фашизмом. Вообще, архивную службу республики уже не раз признавали одной из лучших в стране. Именно Чувашия в числе первых начала внедрять систему межведомственного электронного взаимодействия между пенсионными фондами и архивами. Их работники выполняют важную социальную функцию. Граждане часто обращаются в архивы с просьбами подтвердить необходимые сведения. Только в прошлом году было обработано порядка 60 тысяч запросов. Вообще, в республиканском архивном фонде насчитывается порядка 3 миллионов единиц хранения. Недавно здесь появились и ценные материалы, датированные первой четвертью 17 века, а также киноработы из соседних регионов. Сейчас архивисты вместе с археологами продолжают работы по исследованию останков, найденных в ходе раскопок усыпальницы Марии Шестовой. Работы были завершены в 2013 году. Специалисты изучают кости и пытаются составить примерный портрет бабушки первого царя из рода Романовых.